Ребята, всем привет! Меня зовут Катюша Лобанова, и вы на моем YouTube-канале. Совсем недавно я была в Дубае в таком мини-путешествии. Я была там 7 дней и сняла для вас мини-влог. Я надеюсь, что вы окунетесь со мной в эти яркие моменты, так что заваривайте чай, усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра! We were young, we were kids, it was something rare. I told you everything, but when it all burned down and you were left with nothing, приветики! А мы только что заселились в наш номер в Атлантисе, и я хочу его вам показать. Давайте вместе со мной устроим рум-тур. Вот это входная группа. У нас тут дабл-сьют, если я не ошибаюсь. Тут так мило меня встретили. Миссис Екатерина Лобанова. Как приятно. Конфетки подготовили внимательные. Конечно же, Атлантис. Топ. Тут у нас туалет при входе, потом тоже уголок вкусняшек. Ой, фруктики мы любим, да, это нам нравится. Тут мини-бар и главная спальня. Смотрите, как просторно, просто вау. Но самое шикарное — это вид. Та-дам! Вид на всю пальму. Новый Атлантис. Вот там должна виднеться где-то Бурдж-Халифа. Сейчас я приближу. Вот она виднеется. На камере видно. Бурдж-Халифа, даунтаун. И вот тут наш знаменитый парус. Как вам видочек? Я в восторге, честно сказать. Еще ни разу не жила в Атлантисе, и мне очень нравится. Очень красивая терраса, лежачок. А самое шикарное впереди — это обалденная, огромнейшая ванная комната. Ребята, я в восторге. Просто обожаю проводить время в ванной со своими баночками дома. И я просто залипла на эту красоту. Еще гардеробная! Просто невероятная тоже. Я ничего не разложила еще, но ничего страшного. Зато вам покажу ее красивую, пока тут нет беспорядка. Так, вот это мой чемодан с моими инициалами. Тут все мои луки, которые я собирала к Дубаю. Путешествую я обычно с большими чемоданами, но на недельку взяла только такое, 23 килограмма. Это просто самый вот минимум для меня, это просто, ну, все самое необходимое. Потому что обычно у меня 30 и выше, я всегда переплачиваю, но тут мне муж сказал строго 23 килограмма, чтобы уложилось, или платишь сама. Пришлось, короче, постараться, вот. А это чемоданчик, ручная кладь, Louis Vuitton, я с ним всегда путешествую. Тут лежат обычно мои дорогие сумки. Ой, господи, в чехлах. Так, я тут запихивала еще вещи, потому что в тот чемодан большой не помещалось. Но обычно все лежит красиво, вот. Тут штатив, какая-то техника, какая-то дорогая косметика обычно лежит, вот. Все очень аккуратно. Очень люблю его, мой старичок, уже давно со мной. Very spicy. Then here we have shimaji, used one. Shimaji is the Spanish mackerel marinated in citrus honey salt. Мы сейчас в Нобу и пробуем блюдо шефа. Thank you. Start from here, then end up here. Да, выглядит, кстати, очень красиво. Сейчас буду пробовать. Что же тут нам предложили? Под бутылочку хорошего вина. Класс. Тут, конечно же, атмосферка топчик. Очень люблю сеть Нобу по миру.
Слушайте, тут классно. Находится, кстати, ресторан в нашем отельчике Атлантис. Я не успела заснять. Тут были тако, но они были с мясом. Мне как-то не вау. Вот. Тут еще у нас тартар с черной икрой, салмон и тунец. Сейчас будем тоже пробовать. Пока все очень вкусно. Будем пробовать тунец с черной икрой. Очень вкусно, но немножко есть васаби. Ну, хотя вкусно, не остро. Я просто не люблю острое. Окей, thank you. Мне кажется, я уже объелась. Ты как? Еще держишься? Я уже фул, честно. Если что, ребят, я была у косметолога день назад, и мне сделали кончик на глаза. Но сейчас буду пробовать. И это крутые суши. Сказали, что самые известные с лососем. Честно, это все вкусно. Это чайник. Мой любимый оператор. Просто прочувствуйте нашу атмосферу. Сейчас вам покажу нереальный вид. Наше 15-е блюдо. Просто вкусняшка. Поэтому все это интересно. Это что-то на нереальном. Просто нереально вкусно. Это горячий шоколад и матча. Сочетание просто безумно вкусное. Буду туристом, который первый раз вступаю, вот так надеюсь его на ладошке. Всем доброе утро. А у меня день начался с тренировочки в зале. Я уже час побегала, чуть позанималась силовой нагрузкой. И сейчас иду собираться на ланч, потому что у нас забронирован White Beach. Так что как-то так. Вот, кстати, очень люблю на отдыхе заниматься спортом, чтобы не привозить с собой лишние килограммы в Москву. Короче, вот так вот. Хотела вам еще показать зал в Атлантисе. Он просто невероятный. Очень крутой. Тут все самые новые тренажеры. Так что я сегодня кайфанула от души. И занималась таким видом. Невероятно. Вот когда пальмы за окном, заниматься как-то гораздо приятнее, чем когда серость. Но погодка испортилась. Сейчас вам покажу. Так что не знаю, как наш ланч. Непривычно, знаете, в Дубае наблюдать облака. И такую серость, от которой мы бежали из Москвы. Как-то так. Может, кстати, наши планы и поменяются. Так, решила заснять для вас свой look of the day или look на пляж. У меня тут соломенная сумочка. Лаева. Вот такая легкая кофточка. Под ней купальничек и атласные штанишки. По планам у нас сегодня ланч на пляже возле Атлантиса. И дальше просто в свободное плавание. Загораем, отдыхаем, купаемся. Потому что хочется в Москву вернуться с загаром красивыми и отдохнувшими. А еще хотела показать, как красиво мне разложили косметику в отеле. Просто красота. Жаль, что дома так самой не получается. Всегда красится и вот так идеально все. Потом убирать. Всегда куда-то спешишь, суета, спешка, и как бы так эстетично не получается. Вот. Но есть чему стремиться. Кстати, мои любимые духи. Сейчас у меня попрыскаюсь перед выходом. Так. Аромата много никогда не было. Особенно если это HFC. Что вот так вот. Yes, you can open. Так. Сейчас будем пробовать минуте розе. Чин-чин.
вкусненько. Кайф, да? А где наша капучино? Про капучино наши забыли. Розе принесли, а про капучино забыли. Это прикол, да? Мне муж не расстроился, кстати. Thank you very much. Как все красиво принесли. Обалдеть. Ланч у нас сейчас будет просто шикарный. Это, кстати, тако с крабом. Мы вчера попробовали тако в Нобу, нам очень понравилось. Это севиче из сибаса. Так, это йогурт с киноа. И очень красивый крабовый салат. Просто, ребят. Ну, вы понимаете, да? Я как бы не похудею. Даже с тем, что я хожу в спортивный зал. Любимый, вкусно тебе? Да. Вкусно? Так, это что, ты пробуешь тако с крабом, да? Я рот забит. Это рот забит? Ничего страшного, если я даже попробую. Так, нам принесли вот такую нереальную пиццу. Конечно же, подача просто вау. С лососем и черной икрой. Потом тут биф тартар. Это для моего мужа. Я не очень люблю мясо. Если честно, есть часто. Любимый забирает у себя. Бери. А тут мой любимый салат. Кстати, очень обожаю это сочетание. Это фета с арбузом. Просто вау. Просто вкусняшка. Так что как-то так. Если честно, ребят, вот первый свой влог я снимаю. И я на самом деле не знаю, что нужно рассказывать, что вообще рассказывают во влогах. Я не ютуб-блогер, но хочу делиться какими-то классными моментами своей жизни, чтобы они оставались. Вот. Поэтому решила записывать и рассказывать вам, показывать с ней такую большую часть своей жизни, которая остается за кадром в Инстаграме. Еще принесли еды. Нам просто мало было нашего ланча, решила заказать десерты. Мама, хочу поблёк. Thank you. Это что? Это мне? Вау, it's amazing. Короче, худеть буду в Москве. Я как-то уже так решила. Точно не тут, на отдыхе отдыхаю. Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids, it was something rare. I told you everything. But when it all burned down and you were left with nothing. Did you break your heart? Я больше не могу втягивать живот. Всё, я не еду. Красавец! Он со мной здоровается! Привет! Вот так выглядит новый Атлантис. Очень красивое стильное здание. И перед зданием очень красиво. Мне кажется, я слово красивое говорю по 10 тысяч раз на дню. Ну так и есть. Короче, сейчас вам покажу, что находится внутри Атлантиса. Смотрите. Мы идем сейчас туда пить кофе, потому что делать особо нечего, погодка плохая. Поэтому мы решили выпить кофеечек, как-то так согреться. Вау,
вид на весь Дубай, конечно же. Просто вау. Вот эти димсамы — это лучшее блюдо ресторана Хакасан, у которого звезда Мишлен. Сейчас мы будем их пробовать. Сказали, что безумно вкусно нам будет. Сейчас проверим. Я хочу попробовать шпинат. Ну что, я обожаю утку по-пекински, сейчас будем ее пробовать. Только что я запачкала рукав своего красивого костюма. Мне честно страшно, что я вся в белом, что я испачкаюсь опять. Кстати, знаете, что мне помогло? Мне помог лимонный сок и простая горячая вода. И вот мой рукав, который был весь в соусе, каком-то терияке, жирным и темным, он отмылся. И пиджак, кстати, тоже отстирался. Так что, ребят, если не знаете, лимонный сок и вода в ресторане супер просто помогают оттереть одежду, если вы ее вдруг испачкали. Делаем с вами димсам. Берем лепешку. Лепешка обязательно должна быть горячая. Берем утку по-пекински, так аккуратненько кладем сюда нарезанные огурчики. Красиво не получается. Чуть-чуть соуса. Потом сверху добавляем черный крем. Так я заказала фирменные десерты Хакасан. Просто вау. Chocolate parfait, sweet caviar, chocolate souffle, egg tonka, spiky lemon. Wow, thank you. Мы заходим в номер после ужина, и посмотрите, какая фигура нас встречает. Просто вау. Я видела на выходе, что молодой человек стоял с букетом роз и полотенцем, и думала, к нам это в номер или нет. Оказалось, к нам. Первый раз, честно, в отеле мне делают настолько масштабное сооружение. Очень красиво. А я сейчас иду в душик и спать. Безумно устала. По Москве уже 12 ночи. Обычно в такое время я уже сплю. Мы пришли в спа на массаж. Идем сейчас в нашу комнату, где будем переодеваться. Какой шикарный спа. Красота. Я, если честно, еще даже не проснулась. К нам принесли холодный чай перед массажем. Yes, yes, you can give. Нужно что-то заполнить. Ladies room. Господи, как все красиво. Так, сейчас будем переодеваться. Here. Thank you. This is your locker, number okay. four. Please change to bad look underwear. Mm-hmm. Так я в спортивном? Thank you very much. Thank you. Thank you. Ну все, я переоделась и готова к массажу. Left? Left. Wow. So beautiful spa. Wow. Как же красиво. Романтик, сейчас будут нам тут делать массаж. Вот это мое место, вот это место Саши. Ну что, он закончился массаж. Нам принесли такие вкусняшки с чаем. Массаж, честно, но восторга нету. Спа, конечно же, невероятный.
Тут какие-то чаши, наверное, для церемонии. Прикольно. Может, не попробовать? Ладно, пока никто не видит. Мы наблюдаем закат. У себя на балкончике. Просто красота. Вид, конечно же, невероятный. Почти на все достопримечательности Дубая. Погода, конечно же, не супер радует, но все равно теплее, чем в Москве. Yeah, заказала себе к стейку черный трюфель. Thank you. Thank you very much. Так, у тебя что? Тоже стейк? Стейк Нью-Йорк, у меня филе миньон. Выглядит аппетитно. Зая, а где твое блюдо? У меня только марокканский нож. Да, нам еще выдали фирменные ножи. Я взяла себе Германию. У Алины Марокко, да? Так. Тут Дубай, а у тебя что? Япония? Мощный. Мощный. Самурайский. Всем привет. Я сегодня встала в 7.30, нет, в 7.15 утра. В 7.30 ко мне приехали девочки. Девочки, поздоровайтесь. Всем привет. Сделали мне уже прическу, сейчас доделывают макияж. И сегодня у нас будет съемочка красивая. Я еще чуть-чуть сонная, но надеюсь, сейчас пойду за кофеечком, вот, и сразу же мой сон спадет. Хоть я спала 4 часа, но... Так и мило. Ну да, с макияжем не видно. Но чувствую себя пока что бодренько. Ну все, я готова к съемочке. Мне уже приехал фотограф, сейчас вам покажу, как мы будем работать. Каждый раз, когда вы видите у меня красивые фотки в Инстаграме, знаете, что они получаются вот при помощи сумок-лумок. Идем сейчас на пляж, где нас не выгонят, где можно будет фон поставить. О, все, мы пришли. Солнышко светит, ничего не видно. Самый прикол, ребят, 2 дня была ужасная погода, я не загорала, просто гуляла. И сегодня, в день съемки, когда нам вообще солнце просто не нужно от слова совсем, оно, конечно же, светит ярко и высоко. Да, ребят, реально разворачивается. Мне кажется, наши шикарные фотки на фоне просто плакали. Сейчас ты его закрепишь, он как парус вот туда полетит. И Рахим побежит за ним. Я с ним полетел, мне кажется. Можно бесконечно смотреть, как течет вода, горит огонь и работают. Фотники, да. Ой, когда ты кайфуешь? Мне, кстати, не хватало на тебе, да. У меня ровно так же было на съемке. Ребят, вы там как? Справляетесь? Я мысленно с вами. Ну, какие ваши впечатления? Какие твои впечатления? Я в шоке от ветра, но мне все понравилось. Мы взяли очень классные фотки, и мы в Инстаграме. Настроение супер, потому что я сейчас собираю чемоданы и переезжаю в другой отель. Мы сейчас приехали в Аль-Насим. Посмотрите, какой у нас чудесный вид.
вышли прогуляться, найти вкусный кофе. Если честно, я кофе зависимая. Мы переселились в новый отельчик. В Аль-Наси мы сейчас вышли на пляж. Потом идем в номер и будем собираться на ужин к друзьям. По нашему отелю ходят вот такие лодочки, тут есть каналы, и любой желающий может прокатиться и насладиться вот этим потрясающим видом. Короче, нагуливаем. Я сегодня только завтракала, потом у меня была съемка целый день, и сейчас решили скоротать время вот такими небольшими поездками, прогулками по нашему отелю. Перед ужином. Ютуб еще нет. Вот первый выпуск, ребят, будет. Так, наши луки, давайте снимем наши луки. У меня такой самый casual лук. Да, мы такие понарядные. А мы с Бетти вообще красотки. Да, Дубай стайл. Скажи, что макияж еще Russian style, слушай. Очень естественно. Так Бетти тут не показывает. Так, сейчас я покажу. Моя сводная сестра. О май гад, такой же фотоаппарат, как у меня. За любовь! Как ты так хорошо поужинали, сейчас сидим. Хочу что-нибудь из сердца заказать. Не получается тут худеть, но завтра обязательно пойду в зал. Вот. Нет, возможно, она не пойдет. Я пойду. Очень сложно. Да, не хочешь там ходить? Я стараюсь. Но да. Не на выходных? Не, я хожу в зал. Я хожу 3 раза в неделю на пилатес и иногда в зал на беговую дорогу. А ты пробовала перед? Да, но я просто не люблю бегать, поэтому... Всем доброе, доброе утро. Посмотрите, какой у нас замечательный вид. Открывается из номера на Дубай. Идем сейчас подружка меня пригласила в классное стилевое место, и посмотрите, какие тут стаканчики крутые. Сейчас будем пить нашу вкусную матчу на овсяном молоке. Вот, а у Сандры авокадо-тост. Как-то так. Немножко покажу атмосферки. Ну что, будем пробовать, Зай? Давай, держи. Я точнее уже пробовала. Ты уже пробовала? Я еще нет, сейчас буду пробовать. Этот божественный напиток. Просто безумно вкусная матча. Просто вау, честно. Я в восторге. Ну, ты меня, в принципе, по плохим местам водить не можешь, да, Тайм? Не могу. Правильно, все классные места мы всегда ходим с Андреем. Хотела вам снять свой look of the day. Такие у меня туфельки на мне, сумочка. Вот так встреча года. Красавицы мои. Наши лучики показываем. Еду к своей подруге на встречу и опаздываю. Если честно,
Я тот человек, который очень часто опаздывает и сама всегда от этого страдаю. Блин, она меня опять убьет. Она просто знает, что я всегда опаздываю, и она всегда выезжает позже. Но почему-то я умудряюсь опоздать и на ее опоздание. Вот так он бывает, ребят. Ну, классно, что сегодня распогодилась в Дубайчике. Я уже позагорала первый день. Вот. Потому что до этого нет, второй день вру. Первый день мы прилетели и чуть-чуть нежились на пляже. Было тоже солнышко. Вот сегодня я как-то полноценно, мне кажется, чуть подзагорела. Так, наболтались, насиделись. Теперь едем домой. Влог, Ася? Да-да-да, это мой влог. Мне нравится, как я про него забываю и всегда вспоминаю, когда мы куда-то уходим. Мы сидели 2 часа, я только сейчас вспомнила и достала, что... достала свою камеру и вспомнила, что что-то нужно записать. Мои дорогие, так прошли мои прекрасные каникулы 7-дневные. Я надеюсь, что вам понравился этот влог. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели бы видеть, что бы вы хотели добавить, чтобы я для вас снимала. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем до встречи в следующих влогах.